Меня зовут Абдуль Фаттах, и у меня вопрос. Почему музыка харам? Если это харам, то какое наказание за то, что ее слушаешь? Ты послушаешься меня? Да. Машаллах. Хорошо. Если вы посмотрите на музыку, я знаю, что немногие ученые говорят, что в этом нет плохого. Но даже они, и я хочу разъяснить это до того, как ответить на вопрос мальчика. Правда в том, что даже если мы послушаем некоторых ученых, которые могли сказать, что она разрешена, они не говорят о сегодняшней музыке. Сегодняшний ритм точно исключен. Ни один ученый в мире, исламский ученый, не разрешает слушать Бейонсе, Мадонну и Майкла Джексона и подобных. Это не обсуждается. Во-первых, это мерзко, непристойно. Текст песен ужасен. Они заставляют вас двигать телом и трясти, чем не следует. Дай Аллах нам прощение. Вы двигаете телом и заводитесь до пика, до точки, где мерзость индустрии музыки достигла уровня, что христиане и евреи тоже говорят, что это запрещено. Не только мусульмане. Это грязная индустрия. Спросите тех, кто в ней. Это мерзость. В музыке вы слышите, как привлечь противоположный пол. О любви, эмоциях и так далее. Дома вы недовольны. Идете на работу, видите сотрудницу и думаете, «О, эта песня про нее». Происходит вот что. Манипуляция нашими мозгами. Когда у нас есть мелодия Корана, мелодичное откровение, данное нам Аллахом, субханаху ва тааля, нечто великое и важное, мы не должны заменять Коран этим. А насчет наказания человека за это, в Аллахе это между ним и Аллахом, субханаху ва тааля. Аллаху решать, как сделать то, что он делает. Я скажу тебе то, что нужно знать всем нам. Аллах прощающий, самый милосердный. Если мы сделали что-то не так, мы просим Аллаха о прощении. И мы не должны чувствовать сердце, что Он не простил меня, потому что это оскорбление Аллаха. Если ты был честен в просьбе Аллаха о прощении, то Аллах простил тебя. Ты можешь повторить это, прося прощения Аллаха столько раз, сколько хочешь. Не сомневайся в этом. Просим Аллаха, субханаху ва тааля, помочь нам и направить нас. И дай Аллах благословение тебе и твоим родителям, и нам всем.